Как снять магнит с патрон Спор 250, либо с любого другого китайского мотора, похожего на него? Так, первым делом нужно снять крышку. Крышку я снял, теперь нужно открутить этот болт. Откручиваем этот болт с помощью головки на 14. Так, здесь ставим шестигранник. Вставляем его вот сюда. Сейчас. Вставляем так, берем ключик. Сейчас снимем головку. Так, это делаем для того, чтобы был упор. Это, например, когда у вас сверху снята поршневая или еще что-нибудь. Так, вставляем ключ. Вот. Это мы придерживаем, а этим мы откручиваем. Так, вот мы сдернули ключом вот этот вот болтик. Теперь его нужно выкрутить. И следующим действием нужно взять вот так вот, ну, либо взять пару ключей. Где у него ключ на 14, на 17. Вот, либо, как она называется, монтировка или хрен его знает. Ну, короче, нужна вот такая вот арматура с загнутым концом. Вот, сейчас открутим, дальше я покажу. Здесь она откручиваться должна легко. Нам нужно снять магнит с обгонной муфтой стартера. Так, сейчас. Обгонная муфта снимется вместе с магнитом, по идее. Там самое главное, надо не рассыпать. Я даже не знаю, как они там называются. Маленькие такие штуковины. Так, один ключ вставляем сюда. Придерживаем одной рукой. Вот, это я ставлю так. И вот эту арматуру вставляем вот в этот паз. Вот таким вот образом. Вот так вот. Вот. Ну, у меня сейчас он сам снялся, потому что я его уже до этого снимал. Сейчас еще раз покажу. Забьем его туда. Так, вот это вставляем сюда. И у меня просто в одной руке камера, мне неудобно снимать. Вот этот засовываем сюда. Держим левой рукой. А монтировку, арматуру эту, засовываем сюда. И держим правой рукой. И маленькими рывками нужно разводить в разные стороны. Вот. Раз три развели, прокрутили. Еще раз три раздернули. Опять прокрутили. До тех пор, пока у вас магнит сам не начнет сниматься. Вот у меня сейчас магнит легко снимается. Вот. И вот он должен, по идее, сняться у вас. Но я снимал таким способом. Самое главное, не разбирайте вот этот... Не отсоединяйте магнит от обгонной муфты. Потому что там стоят шарики. Ну, не шарики, а такие вот прямоугольные... Как металлические фиговины, которые очень любят рассыпаться. Потом долго их будете собирать. Ну вот, мы и сняли. Теперь можно разбирать дальше двигатель. Сказал. Давай, сосите лайки.